Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, 150 долларов, это прекрасно, и 36 монет. Так, задание. Давай-ка мы закончим здесь парочку. Поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Так, в магазине мы с тобой не открыли еще пак. Что у нас тут выпадает? Ага, Кейси Джонс. Ладушки, на разборку пойдет. Так, ну что, сегодня мы с тобой пойдем на турнирную арену, где я нахожусь в данный момент. Лига мастеров 2 звезды, ранг, правда, 91, но ничего страшного, до мастера 3 звезды мы сегодня 100% дойдем. Как пить дать. Но хотелось бы, конечно, еще и топчик взять, но у нас мало откатов. Хотя, посмотрим. Посмотрим, что мы можем с тобой сделать. Ну, сначала выполним вот эти вот все задания. Так, нам нужно кого? Шреддера, да? Конечно же, Шреддера. Тихо, не то. Мы вот этот вот должны прокачать ему скилл, пассивку. Да и желательно бы как-то поднять его до 70 уровня. Желательно быстрее. Так, начнем искать катушки, короче. Нам нужно 7 катушек найти с тобой. Так, одну нашли. Еще 6. Итого уже 5 остается. 4. 3. 2 катушки остаются. Ребят, последнюю катушку находим. И есть контакт. И давай-ка мы смотрим. Подожди секунду. Блин, 10 знаков нужно еще найти. Ладно, давай попробуем здесь вытянуть. Ага, один номер нашли. Второй. Слушай, неплохо идем. Третий. Подожди, я так не хочу. Я не хочу так. Четвертый, слушай, а может быть мы сейчас сразу найдем, а? Пятый. Господи, 5 номеров осталось еще. Уже 4. Так, у меня пиццы там хватит? Ну, в принципе, хватит, ребят. Если вот пойдет так же поиск, как до этого шел, мы с тобой сейчас все это дело и найдем. И прокачаем до 4 уровня. Так, посмотрим, что там не хватает у меня. Все есть. 3000 тратим. Ну, ребят, это пассивка. Это кура как будто. Что такое название? Кура как будто. Как будто где курочка? И нам нужно поднять с тобой уровень персонажу. Какому? Хотелось бы, конечно, Шреддеру, но у нас не хватает мутагена. Давай, наверное, сделаем с тобой немножко по-другому. Выберем, вот, Рафаэль у нас тут с тобой есть. Вот его и прокачаем маленько. 48 левел. Так, забираем все наши награды за выполненные задания. И можно теперь со спокойной душой идти. Вначале магазин забежим. Посмотрим, что у нас тут есть. А у нас тут ничего и нету полезного. Монет не хватает. Жетонов, к сожалению, тоже не хватает. Блин, нам нужно с тобой 710. Я до сих пор имею 670. Ладно, поехали на турнирку, друзья мои. На турнирку, как говорится, становись. Лайла, Марко и Альфонсо. В принципе, не имеет значения, кого возьмем. Возьму тогда Марко. Тут какой? 71 уровень. Можно было бы даже, мне кажется, одним Леонардо здесь справиться. Но так как я хочу отыграть еще слабых своих персонажей, не будем с тобой рисковать. Да? Будем брать их в паре. Усаги и Леонардо — это самый топчик. Блин, я сейчас смотрю вот на этих Бибоба и Рокстеди и сразу вспоминаю безумие черепашек, где они нам таких люлей вставляют, да? Но это, опять же, друзья мои, пока вставляют. Рано или поздно там все это закончится, естественно, в нашу пользу. Потому что мы с тобой будем качаться, развиваться, будем получать новых персонажей, которых, кстати, у нас еще нету, а там их много. И заодно будем смотреть, что они будут получать за 50 уровни, за 100, за 100 и за 150. Там у них достаточное количество скиллов. Так, ну что, у нас пока идет 17-23. Давай возьмем, наверное, вот этих вот партизанов, да? Это у нас Джо. Джо меткий глаз. А может быть, вырви глаз, я не знаю, как это будет правильно. И кто у нас тут? Леонардо, Роквелл, Донни. Ну, естественно, ребята, естественно. Начинаем с вертушек с наших. Что у Саги, что Леонардо, а там кто выживет, тот погибнет от постепенного урона. Верно? У Саги я так не думаю. Тем более он повесил довольно неплохо. Единственное, на кого не попала, так сказать, благодать у Саги, это на морзильную кошку, но так как она была ватная, сразу же и отдуплилась.
Так, у нас с тобой 74 ранг и становится 56. Кстати, ребята, если многие, как говорится, задают вопрос: Рэй, а где видосики, да, почему не каждый день? Ребята, я вам еще раз повторяю, помимо этого у меня есть основная работа, где хочешь не хочешь, а приходится идти работать. Вот, а когда у меня есть свободное время, я начинаю записывать видосики. Поэтому, друзья мои, так все и получается, что на выходном я могу себе позволить снимать видосики, да, и выкладывать их. Ну, а в будни, как говорится, я работаю. Соответственно, не могу ничего сделать, так как занят. Поэтому у меня такие промежутки порой и бывают. День, иногда два дня, а иногда и даже есть когда время, да. Ну, хочется отдохнуть, поспать, сделать какие-то свои личные дела. Так что, ребятушки, нет у меня определенного графика выхода моих видосиков. Так, ну что, у нас с тобой ранг уже 37-й. 37-й. Ну, давай возьмем, наверное, Роберта. Ну, а почему бы и нет? Роберт хочет просто со мной подраться. Да, мы с тобой отыграем, наверное, всех вот этих вот персонажей, начиная с полтинничков, да, 51-й, 52-й, потом 55-й, 60-й. Единственное, что, скорее всего, откатов у нас не хватит. Но и, наверное, мы все-таки не доберемся с тобой до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну, чтобы был топчик. Хотя неделька-то уже заканчивается, друзья мои. Неделька заканчивается. И на этой неделе мы с тобой ждем золотые осколки. Они нам нужны для чего? Для того, чтобы прокачать Донателло оригинал. Он у нас получил достаточное количество. Кстати, подожди, а там же помимо Донателло еще же вроде бы были у нас ребятулечки, да? Которые ждут своей очереди. Точно. Ну, если что, мы с тобой сделаем как? Опять же, пустим голосовалку, да? И кто больше всего проголосует за определенного персонажа, тот, соответственно, и получит у нас с тобой золотой ранг. Кто-то получит, может быть, даже, я не знаю, пятую там звезду. Или как там у нас идет? Пятая звезда или просто переход в золотой ранг? Не помню, хоть убей. Поживем, как говорится, увидим. Так, ну что тут у нас у Саги? Ох, как он великолепненько, ребят, на всех просто повесил постепеночку. И Леонардо только лишь добьет их. А могли бы просто пропустить ход, а тут его не пропустишь никак. В любом случае, они бы отдуплились все. Все до единого. Может быть, даже с копом. Так, ну что же. Мы с тобой продолжаем и... Так, что это такое было? Что это за зависон такой был? Что-то я, по-моему, даже с места не двинулся, да? Ранг 25-й. Как это так, интересно, получилось? Объясни-ка мне на милость. Не было вот этого вот, ребята, шкалы, которая двигалась, и меня куда-то... Чтоб перенесли. Что-то глюкануло, может быть, что-то. Не знаю, ребят. Так, ну что, здесь опасность представляет только Майки. Но я думаю, он слишком долго здесь не будет выпендриваться. Если Усаги сейчас повесит постепенку, он сразу отдуплится. А может сразу даже... А, нет. Видишь, вот про это я и говорил. Так, тут, кстати, может кто-то выжить. Оу, Рафаэль. Ой-ой-ой, тихо. Вот она. Опять, ребята, критическая ошибка была. Ну что ты будешь делать с этим мухой, Макстером? Причем в безумии, да, черепашек? Эта муха там хоть что-то из себя представляет. Здесь же она, вата ватная. Из самых последних ватников сшитая, ё-моё. Ну что это? Ну, ёпрс, это 17 ранг. 10 откатов, 5 боев. Какой тут может быть, друзья мои, топчик? Тулупчик может быть, но никак не топчик. Ладно, фиг с ним, отыграем, что есть. Как же меня... Опять же этот Усаги. Во всем он виноват, ребят. Не мог сделать постепенный урон повесить. Да и Леонардо тоже схандрил, не мог критануть. Так было бы все идеально просто-напросто. А так потеряли с тобой муху навозную эту. Так, ладно. Кстати, здесь тоже паршиво опять сыграно. Ну, ты посмотри. Ну, Паукус, если ты сейчас не сделаешь, то... Да, он сделал. Хотя вряд ли бы, конечно, Бакстер Стокман мог бы здесь кого-то подбить. Но все равно неприятно, когда выпускается Маузер или та же самая Смертельная Волна. Смертельная Волна, она мало того, что бьет, она еще и постепенный урон вешает. Так что можно было бы крякнуть. Ну, единственная радость, конечно, что мы с тобой перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды. Это я тебе гарантирую. Так, здесь я возьму, наверное, давай вот, наверное, Педро. Педро мы с тобой возьмем. И, как ты понимаешь, еще 4 боя у нас с тобой будет впереди.
4 боя — это где-то как раз место 60-70, по идее, должно быть, если никто, опять же, не будет у нас тут падать. А я надеюсь, у нас никто не упадет. Так, Усаги делает. Ну что-то вот, вот надо, вот, вот хоть кому-нибудь, но он все-таки не повесит. Отдуплись. Ну, тигр. Есть контакт. Рокс не упал. И это хорошо. Так, ладно, двигаемся дальше. Откатов у нас с тобой все меньше, меньше и меньше. И боев то же самое, все меньше, меньше и меньше. И мы с тобой уже в Лиге Мастеров. 88-я позиция. 3 звездочки. Все как полагается. И здесь уже 17-24. Возьму я, наверное, Джозе Джуана. А может быть, Хуан Карлос, или кто он там, я не знаю. И вот этих вот. То есть Тимати, плюс у нас Карачка здесь будет, да. И Змейка Вьюн. Ну-ка, поехали. Сейчас мы посмотрим, сколько. Ну вот смотри, опять же, ребят, ну у Рокстеди, блин, не получил постепенно урона. Он выживет? Нет, не выжил. Вот иногда тоже не понимаю, как это происходит. Иногда он может выжить, выстоять, причем получить минимальный урон. А иногда просто вот видел, сколько у него больше половины жизни было, да? И Леонардо его все-таки наказал. Как это происходит? Каким-то рандомным образом, нету какого-то определения. Даже я, ребят, я не сомневаюсь, там повышенный урон, не повышенный. Даже с повышенным уроном иногда мы, ребят, просто промахивались по противнику. Бывало и такое. Спрашивается, каким образом это все происходит? Где закономерность, которая должна быть? Если у тебя есть крит урон по определенному классу, то будьте добры, делайте его 100%, а не рандомно, что сейчас он может нанести, а вот здесь он, понимаешь, не может промахнуться. Да? Как вот понимать это? На что вообще тут можно тогда рассчитывать в таком случае? Давай, Зэк, бросай свою бомбочку. Угу. Ну, замедляшка сработала. В принципе, ребят, здесь она не актуальна. Все равно не падают. И я надеюсь, мы до 50-го места с тобой хоть как-нибудь доковыляем. И потом пойдем на испытание. Ну, испытание сегодня будет очень быстренькое, потому что оно, как говорится, нам по персонажам немножко будет вредить. У меня не будет тех определенных героев, которых я смогу получить и взять с собой на это испытание. Так, ну что, ребята, у нас Джей. А мы с тобой берем вот так. Раз. Слушай, а может быть... Ладно, я попробую отыграть вот этих троих. Только здесь мы с тобой сделаем немножко по-другому. Слушай, я даже вот так, наверное, сделаю. И двоих вот этих взять. Бредово, да, ребят, по-моему, получается? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. На одного Леонардо надеется. Чё-то как-то... Ладно, ребята, я попробую, я рискну. Возможно, кто-то упадет. Я даже знаю, кто упадет, скорее всего. Кто-то из этих двух Микеланджело. Ну, я сделаю уклонение. Так уж и быть, авось повезет. Так, и вертушка. Хила нету, есть хил, это Рафаэль. И он не упал. Опс, а он делает массовую атаку. Ну вот, я даже два майки, ребята, отдуплилась. Трындец. Я думал, один хотя бы погибнет. Но нет, тут погибло два. И боюсь, сейчас еще кто-нибудь упадет. Угу, Донни упал, представляешь? Донателло отдуплился, ребята. Ну, здесь, я думаю, всем будет прекрасно ясно, что сейчас... Тихо ты. Что мы сейчас с тобой сделаем? Мы сейчас ушатаем их. Просто вдвоем. Ну, соответственно, мы по рангу практически не продвинемся, потому что будет очень мало кубков. Но, как говорится, отомстим за наших погибших собратьев, друзей, компаньонов. Так. И добивочный. Давай сейчас посмотрим, на какое мы место с тобой передвинемся. Ну, я думаю, что где-то место, где-то ранга 2-3 мы с тобой пролетим всего лишь ступенек. Ну-ка. 58-е было и становится 55-е. Три ступеньки, ребята. И это только ради того, чтобы я смог отыграть своих вот этих вот персонажей.
Немножко, конечно, глупо. Если бы я там чуть-чуть бы сделал бы немножко ребаланс, вместо двух майки, которых я взял, взял кого-нибудь из этих, ну, даже, предположим, Рафаэля. Мне кажется, совсем уже по-другому был бы расклад. Инициатива у нас была бы выше бы, и мы могли бы там еще хоть как-то противостоять. Так, смотри. Оу. Вот это круто. Ну, тут Рафаэль, ребят, тут ничего не поделаешь. Ну, кто тут со своей массовой атакой? Естественно, тут может нам вот этот пакость сделать. И Макман со своим... Нет, он не стал делать ураганчик. За что и поплотится. Ну-ка. Так, добьем. Да должны, в принципе, добить. Да, ребята. Ну, вот тут вот все у нас с тобой хорошо. Никто не погиб. И, соответственно, полная награда будет. Полные кубки, полный реворд. И местечко будет где-то 45-е, да? Ух ты, даже 38-е. Ну что, с лигой на сегодня пока все, ребята. А мы переходим на испытания. Ярость Рафа мы с тобой проходили, да? А, нет, вот ярость Рафа нам как раз и нужна. А проходили мы с тобой борцы с преступностью. Ага. Значит так, ярость Рафа начинается вот отсюда. Все Рафаэли, которые нам с тобой пригодятся. Поехали. Но ты видишь, какую мне команду дали. Хоть стой, хоть падай, хоть плачь горькими слезами, но играй. Ну, здесь пока еще понятно все, ребята. 10 уровень врагов, можно, конечно же, включить автобой, что я и сделал, и играть, в принципе, на нем. И так где-то до эпизода 4-го, да? 4-го, 3-го. То есть пока никаких проблем нету. Ну и сам понимаешь, первый эпизод фигня, второй тоже фигня, третий дребудень. И только лишь начиная с 4-го пойдут те самые персонажи, которые мне нужны. Так что это, грубо говоря, сейчас просто разминка. И мы ее прошли. 3 звездочки. Мы получаем с тобой Рафаэля фильм, который нам не нужен. По-моему, он у нас полностью с вами имеет, да? Фулл звезды, кроме платинового ранга. Естественно, этот Рафаэль нам тоже с вами не пригодится, потому что он у нас есть. Он уже давно прокачанный, правда, пока не 100-го уровня. Ну, там уже немножечко осталось. Сколько там? 2 левела, по-моему, да, ему нужно поднять. И он будет топчиком. Кто-то писал: Рэй, качни майки. Я вот сижу и думаю, а что нам толку, если мы с тобой прокачаем Микеланджело до 100-го уровня? Ну что нам это даст? Уклонение у него работает. Не обязательно иметь высокий уровень, да? По атаке я сомневаюсь, что 2, точнее не 2, а 10 левелов что-то какую-то ему дадут там обалденную прибавку в мощах. Нет, нет, ребята, мне кажется, не стоит майки трогать. Стоит кого-нибудь другого прокачать. Хотя бы приблизить к 80 уровню. Так, ну вот, ребята, с 3-го эпизода, да, у нас начинается Рафаэль видение. И ты видишь там уже какой у нас уровень врага, 35-й, практически как у нас. У нас, правда, 50-й, но... Следующие уже, как говорится, враги будут 45-го, да? Уже точно как мы, и там уже будет проблема. Так, здесь грибочки. Но грибочки, как ты видишь, не имеют пока инициативы высокой, и поэтому мы их разбираем. Так, Макмана... Даже Макмана, смотри, 3 раза пришлось по нему бомбануть, чтобы Макмана ушатать. Офигеть. Вот зачем сейчас Рокстеди применил огнемет? Я вот не понимаю. Если ты применяешь огнемет, так будь добр, применяй, когда их много, чтобы поджечь можно было бы всех. Так, дебаф неплохой повесили. Это понижение защиты. Минус таракан. Минус Рафаэль. Так, таракашу это вот уже добили. Крип у нас с тобой, как ты видишь, застоит в провокации. Это очень классно. Правда, вот они все замедленные у нас. Не все, вру, ребята. У нас только... Кто у нас только? Крип, по-моему, да? И Ксевер Монтес был в замедляшке. Ну, тут уже не актуально, ребята, что-то рассуждать. Мы уже прошли, победили. И двигаемся с тобой далее. Рафаэль видение у нас в кармане. Так, теперь Рафаэль ролевой. И, как ты видишь, 45-й уровень. Следующие противники уже будут 55-го уровня.
рисковать. Наверное, будем рисковать с вами все-таки. Потому что у нас есть паук с 61 уровня. Ну, естественно, на него, на одного рассчитывать это нет смысла вообще никакого. Так, ну что, сделаем, наверное, дебаф. Ох ты, еще и меткость даже понизили. Тут это классно. Это классно, если честно. Так, можем еще даже им скорость замедлить. Опять же, не всем. Вот теперь делать поджог. Вот как он хорошо работает, видишь? Когда много врагов, вот тогда надо применять поджог. Так, а вот здесь у нас Рафаэль, Космос, Классика. Твою ж налево, ну-ка попробуем. Ага, не сработало. Я не знаю, провокацию, мне кажется, пока не стоит делать. А валуном надо бомбить, блин, вот этого Рафаэля. Хотя этот хильнуть может. Пробьем, нет, как думаешь? Пробили. Этот может хильнуть. Так, таракан, наверное, от постепенного урона отдуплится. Давай-ка ножичком его. О, тоже постепенно повесили. Упс, кого-то сейчас подожгут. И, да, и постепенный урон повесили. Этот делает отхил. Ну, это правильно. Так и надо, в принципе, ребята, делать. Единственное, мне, конечно, не нравится, что у нас крип. Он хоть и провокатор, ребята, но на нем висит постепенный урон. Он может хильнуться. Мы об этом не забываем. Правда, отхил такой дешевый, дешманский, да? Так, и Рафаэль Космос тоже там что-то затевает. Давай-ка мы его вот так вот. Пум-пум-пум. Отлично. Так, это по кому? По крипу пойдет или нет? Это пошло по паукусу. Слушай-ка. А, паук хотел сказать. Таракан взял на себя, ребята, провокацию. Хитрый жук. Готов. Так, ну что, Лео, точнее, Рафаэль Космос, пора тебе, наверное, отдуплиться. Все, ребята, мы и это с тобой испытание прошли, а вот дальше... Дальше, не знаю, 55 уровень против нас пойдет. Давай все-таки я попробую. Ну, проиграем так проиграем, ну что мы, ребят, поделаем. 55 уровень, тем более тут слэш, блин, кожеголовый. Еще и Леонардо оригинал 55 уровня. Твою ж дивизию. И грибы сейчас будут первым ходить, потому что инициатива у них большая. И все самое плохое, ребята, вот в этих, вот в наших командах, вот в этой, в данный момент, то, что нету хиллера. Понимаешь, его нету у нас. Хоть бы какой-нибудь маломальский хиллерок был бы, уже бы все совсем по-другому шло бы. А так, ну как эти. Да, еще и... Да, добили. И волны тут будет 4 штуки. Так, ну здесь мутант белки, в принципе, с ними ничего сложного нету. Попробуем. Давай так вот сделаем. Ага. Можно, в принципе, массовую атаку сделать. Провокацию взял гаденыш, а? Давай паутинку кинем. Так, минус. Минус и... Минус. Третья, друзья мои, волна. Блин, опять гриб, кожеголовый, слэш. Ох, ё-моё. Так, ну, конечно, надо начинать с грибов. Есть контакт. Слушай, давай-ка мы, наверное... Давай дебаф сделаем. Сделаем дебаф с тобой. Бросим баллон. Ага. Ага. Ну тогда замедляху хотя бы. Есть. Твою ж налево, вот это слэш бомбит. Блин, и этот еще тут. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему. Да, не по-моему, ребята, а крипа мы потеряли с вами. Надеюсь, только крипа потеряли. Или еще кого-нибудь, а? Что ты слышишь, такой мощный, а? Готов. А кожеголовый 100% тебе говорю, встанет, скорее всего, в стойку, в провокацию. А может быть, сделать массовую атаку. Блин, под защитой стоит, а? Смотри, какой жесткий. Его не пробить. Ты смотри. Офигеть. Да, ребята, к Северу Монтаса мы с вами тоже потеряли. Нет, нет, это не Ксевер Монтус был, я уже... Ксевер Монтус, вот он, стоит, живехонький. Что-то я не того попутал. И это последняя волна, и мы с тобой втроем, и против
всех черепашек. Ну, не всех, ну, ты понял, да? Твою же налево, блин. А этот сейчас еще будет, наверное, контратакой заниматься. Естественно, естественно, ребят, ну... Как бы я ни хотел бы, не получится у меня тут. А это говорит только об одном, ребята. Качай, Рэй, вот этих вот героев, и будет тогда тебе счастье. Верно? Верно. А я почему-то все время это игнорирую. А надо бы этим заниматься, ребята, надо. Ксивера Монтуса прокачивать, да? Рокстеди вот этого. Еще и замедление на меня повесили. Тошнотики, а? Ты посмотри на них. Нет, ребята, это бесполезняк. Да паукса раскочегрыжат тут, я не знаю, как сидорову козу. Уничтожат его. Все. Хана. Ну, я попытался, ребят. Я попытался, я хотел, ну, убедиться в этом. И вот тебе полное мое убеждение. Фармить. Что тут фармить, а, друзья мои? Вот здесь вот. Ну, я не вижу смысла, понимаешь? Потому что вот эти у меня полностью прокачаны. То есть лучше, мне кажется, все-таки вот здесь вот потратиться. Давай попробуем. Кружка, ё-моё, ну какая вот кружка. Вот, вот. Видишь, может же, когда хочет, ребят. Кожа головы нам достался. 40 монет. Жетонов, точнее, еще 40 жетонов. Блин, вот Макман мне вообще здесь как бы не алло. И 7 серебряных осколков. Все, зато, ребята, тютелька в тютельку мы с тобой уложились. И идем в магазин. В предметы. Опа. Обновилась, да? Берем с тобой вот так. А здесь покупаем. Подожди ты, елки-палки. Мы же майки, да, с тобой? Да, майки. Слушай, ребята, 95 ДНК. Всего лишь 5 ДНК находим. И этот майки у нас будет тоже прапываться. Прапываться, прокачиваться, прапываться. Ну что же, пока все, ребята. Буквально в ближайшие дни мы с тобой пойдем проходить смятение из другого измерения. Такой смотрю сюда и думаю, стоит ли покупать за 625. И подумал, что нифига не стоит, слишком дорого, ребят. Слишком дорого. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.